Добрый день, дорогие друзья! У нас продолжает дуть ветер, а мне пришла вот такая посылочка, которую мы сейчас с вами вместе распакуем. Пришла моя посылка вот в такой разноцветной коробочке. И сейчас мы будем эту коробочку вскрывать. Ну, наконец-то я кое-как открыла эту коробку. Было все так тщательно запаковано. И сейчас будем вскрывать и смотреть, что там пришло. А пришли здесь древовидные гортензии. Три сорта. Вот в таком виде пришли мои гортензии. Это все три гортензии древовидные. У меня есть метельчатые, есть крупнолистные, а древовидные вот это вот первые. Значит, вот это вот сорт маршмеллоу. Вот этот корешок Pink Annabelle. И вот там в пакете с хорошей корневой системой сорт Bounty. Сейчас я их вытащу из пакетов и продолжим съемку. Вот так выглядит корневая система у растений. Вверх, конечно, у одной особенно прям прилично подвял. Но, судя по всему, если посмотреть на кустик, то тут есть хорошие живые почки, которые нам обязательно нужно сохранить до следующего года. И из этих почек пойдет новое растение. Ну, а этот, мне кажется, прям такой совсем какой-то, как неживой. Ну, хотя я вижу живые почки. Для своей гортензии я замесила вот такой грунт. Здесь у меня пол ведра кислого торфа, пол ведра нейтрального, пол ведра питательной земли садовой. И, ну, на глаз я сыплю обычно перлит, чтобы вот так вот он присутствовал в грунте для разрыхления. Ну вот получается вот такой вот хороший, рыхлый, воздушный грунт для этих гортензий я сделала. Гортензии я решила высаживать вот в такие вот C3 горшки в 3 литра. Я думаю, для такой корневой этого будет достаточно для того, чтобы сохранить их до весны. И потихонечку будем эти кустики высаживать. Пришлось мне вот эту гортензию вот так вот обрезать, немножечко обрезать корешки, для того, чтобы корневая система поместилась в горшок S3. Ну и при обрезке вот тут вот я вижу живые почечки. Ой, извините. Сложно одной рукой снимать. Смотрите в камеру и на растение. Я еще учусь, поэтому строго не судите. Ну вот, как бы вот так. Вот так выглядят мои посадки. Каждый сорт я подписала, чтобы ничего не потерять. Ну, конечно, немножко беспокоюсь, приживутся ли. Но говорят, что гортензия древовидная очень живучая. Такая прям терпеливая. Ну, поэтому и за ней тоже будем наблюдать, ждать весну, ждать пробуждения. Пока это выглядит вот так вот. Сейчас я это все полью, всю эту красоту. Почки живые есть, а это самое главное.
У нас так тепло на юге, что я переживаю, как бы сорт Баунти не пробудил почку раньше времени. Но будем надеяться на холодные ночи, что все-таки это все будет охлаждаться. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте класс. И до скорой встречи!